принять участие в выборах. Честно говоря, не ожидал такой высокой явки. Если вы обратили внимание, на регистрации собралась небольшая очередь. Все организовано достаточно профессионально. Люди приходят, участвуют в выборах, отдают свой гражданский долг, что, в принципе, сделал и я, соответственно, считаю, что по итогам явка будет достаточно высокая, вне зависимости от того, какой кандидат или партия победит, либо нарушений, я не заметил. То есть комиссия работает, наблюдатели присутствуют, идет регистрация, в процесс голосования никто не вмешивается, соответственно, все проходит законно, мягко, дружелюбно.